Пугачева объяснила свои ежегодные поездки в Юрмалу. Певица Алла Пугачева, вернувшаяся с отдыха в Латвии, заявила, что любит Рижское взморье за прекрасный климат и встречи с друзьями. Об этом она рассказала в передаче «Ты не поверишь» на НТВ. Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми несколько месяцев провела в Латвии, где регулярно встречалась с известной исполнительницей Лаймой Вайкуле. Во-первых, хорошая погода. Во-вторых, понимаете, Юрмала не просто для меня какой-то городок. Это место встречи с друзьями. Все туда приезжают и знают, что мы обязательно встретимся. Это прекрасно, потому что в Москве мы практически не видимся. А там, так сказать, обязательная программа, заявила звезда. По данным журналистов, во время своего отпуска в Юрмале Пугачева виделась с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, юмористом Владимиром Винокуром, а также с певцом Борисом Моисеевым. При этом Примадонна уверяла, что воздух Юрмалы и на Моисеева оказывает благотворное влияние, поэтому он все лето проводит на Рижском взморье. Напомним, что отъезд Пугачева и Галкина с детьми в Юрмалу сопровождался скандалом. Осуждение в соцсетях вызвало видеозапись, на которой певица подъехала прямо к поезду на автомобиле. В компании РЖД пояснили, что машина доставила Пугачеву к вагону, стоявшему на технической платформе, а также подчеркнули, что с руководством вокзала была проведена беседа.